Батл за дикі емоції розпочато! Заряджайся швидше з Lion! Вболюй момент! Nestle. Якість продуктів, якість життя. Sports, we are still at the beginning, and giving context to data with super complex technology and stats and insights can really help doing that. Я бы даже удивилась, если бы все закончилось со счетом 2-0. Мы идем к третьей карте, и по-другому у нас сегодня не бывает. Ну что, друзья, давайте обсудим, как ИХОУ удалось одержать эту победу. Больше к тебе вопрос. На уровне драфта? Мы-то сказали, как их, что ИХОУ победят. Ты вот за Альянс топила? Слушай, ну я как бы, знаешь, ты на чем основывалась вообще? Я просто хотела составить какую-то конкуренцию в мнении. Тогда составляй, аргументируй. Ты тут указывать не будешь, рассказывай мне, почему ИХОУ выиграли. Пожалуйста. Я еще, вот мы только доанализировали, я спускался, а Лода поднимался, и он уже вот так вот шел и качал головой. Я говорю, good luck, но им это не помогло. Он сам понимал, вот даже мы с Артуром с ним общались, что вот три последних пика, ну это просто ни к селу, ни к городу. Вот после первой стадии драфта мы единогласно кричали, что Альянс очень круто. Потом они добирают себе просто три милишника, которые ни туда, ни сюда. Пангольер, Манки Кинг. Пангольер на четверку, алхимик. То есть взяли бы это Шейкера, Тускара, да, было бы гораздо круче линия с Бетрайдером. Дальше ты берешь Манки Кинга против Омни Найта противника, когда у тебя уже, ну, ты понимаешь, что ты арену поставишь, люди нажмут Га и продолжат драться. И закрываешь это все очень слабым лайнингом в лице алхимика в надежде непонятно на что. Конечно, там ЕХОМ подкрепили свой пуш вот этим лейт-потенциалом, ну, им всего хватило. У них все есть в драке, что ни посмотри. Хилы, дизейблы, тавер дэмэдж и так далее. Что мы видим у Алайн? Только, ну, только фармящего химика всю игру. Все, больше даже не на что надеяться здесь было. Как вы видите, ну реально, аутдрафт. Один вопрос. Почему Лода, осознав все это еще на стадии драфта, не сказал своим парням, ребята, что же вы делаете? Ну, видимо, он не все решает вот в плане драфта в команде. Он может что-то подсказывать. Не прислушивается, но там, да, к нему? Вот захотели но... сыграть. Так. Маленький из нашего диалога с Лодой отрезок дам, он сказал, что говорит, вот, что это за драфт, я этого не понимаю. Они хотели этим поиграть, вот так вот. А, они хотели этим поиграть? Ну, и поиграли. Ладно. Ну, что круто получилось, я вот говорил, нужен герой против алхимика, который на миде его задушит, который там по игре будет делать пользу, и Террор Блейда уже бывали случаи, когда ставили против алхимика в мид, и здесь Неверэнд очень круто отыграл. Неверэнд собрал хорошие артефакты, Неверэнд, по сути, взял там вот эти свои три бенда ПТ, потом там манта диффуз, и все. Террор Блейд ходит, всех разваливает, алхимик по темпу не успевает. И у него команда очень крутая из четырех супер боевых персонажей на ранней стадии. И Феррари получил, что хотел. Вот этот боковой лишак с Атосом, с коронами, которые. Да, по итогу Террор Блейд очень хороший воспик получился, учитывая, что он на мид пошел. Вот если бы он был в легкой, то он мне так себе нравился, а учитывая вот именно, что он оказался в миде, это шикарное решение. Это ваше шикарное решение. Против Беттика он бы там не понял, что происходит. Да. Нам сравнивать статистику команд на этой карте. Ну, тут, я так понимаю, даже нет смысла особо обсуждать, потому что все было понятно еще. Сколько игра шла 30 минут назад. Разрыв.
Ну, после такой игры, наверное, у нас уже остается вот одна последняя, это Best of 1, подходят команды с абсолютно свежей и головой, и новыми мыслями. Абсолютно свежие, вот, например, кто у нас первую игру сегодня дня играл? Ехом играли? Вот Ехом в 11 утра уже были варенье, потому что в 12 у них была игра. Свеженькие такие. Начали они ее в час, и вот сейчас тоже 10. Альянс, который шестую карту подряд будет играть, как тебе? Шесть часов — это не 12 часов варенья, я думаю, так вот. Тем более, это 6 игр постоянно. Думаю, что если они играют дома в паблике, они и по 10 могут поиграть. Понятно, что напряженка другая, там и была изматывающая игра. Но на драфты это никак не должно влиять. На игру, может быть, но не на драфты. Ну, посмотрим, чья правда. Я, в принципе, не спорю. Посмотрим. Оказалось, что вроде все вообще круто. Вот после первой стадии уж точно. Не знаю, поплыли. Спортили. Да, интересно, что не послушали все-таки совета Лоды. Ну, он не факт, что советовал. Вообще, может, он понял потом, алхимик, да? Алхимик был взят за секунду до конца. Вообще. Да, там пару секунд оставалось. Но там тяжело было. Мне кажется, там больше заруинили Пангольер с Манки Кингом. Пангольер на четверке, в принципе, идея такая себе. Но Альянс бывало получалось успешно отыгрывать с таким персонажем. Потом, после появления Манки Кинга, уже мы сказали, что тут не так. Манки Кинг давно уже не контра Омнику. И я вот сказал, что даже наоборот, скорее. Да, там когда-то давно-давно, в какие-то там времена, там год назад, 10 патчей назад, когда игралось 3-1-1, и Омник приходил в соло в сложную, и там Манки Кинг 1 на 1, тогда да, ты, конечно, король, ты его избиваешь. Но если ты даже стоишь 2 на 2, то у тебя линия уже далеко не выигрышная, у тебя все не так здорово. И там уже Манки Кинг даже может пострадать, а Омник свое выносит. И тут, в принципе, Омник все свое вынес, там они побегали чуть-чуть, посвапались. После левела 5 ты уже можешь, в принципе, и против МК стоять, и все, что надо себе, он вынес, и... по игре, что ГА, вот эта, которая новая ГА, которую там пару патчей назад сделали, вместо 600 рейнджей 1200, Манки Кинг ставит арену, ты нажимаешь кнопку, все варенья как бы не уязвимы. Да и линия лишь так выше выдавать вообще халявно, то есть и МК не получил, чего хотел. Ну еще что супер важно, да, вот эти Манки Кинг, Алхимик, заканчиваем вот драфт, анализ драфта, появляется еще Алхимик, тебе приходится играть МК как спейсером, тебе приходится МК собирать на ранние драки, я уже сколько видел вообще игр. Вот МК, который вынужден вторым слотом брать БКБ после сабли, он почти никогда не выигрывает. Mm-hmm. МК выигрывает, когда он там взял себе сабельку эту, взял себе там диффузик или радианс, или там, ну, или молнии, что-то из вот этого, на урончик. Он там бегает такой, подфармил, потом взял БКБ. Ну, радианс — это отдельная история, конечно. Ну, рабочий, кстати. Там поначалу немножко подфеймили этот билд, но потом распробовали его, он тоже рабочий. Потом ты где-то себе третьим или четвертым еще лучше взял в себе все-таки вот это БКБ. И тогда да, ты на МК разваливаешь. А когда ты после сабли вынужден вот это БКБ брать, там печально. У тебя сразу игра уже не такая, как ты хочешь. Ты уже фармишь там палками, ты уже фармишь тем, что ты прыгаешь по деревьям, а не руками. И уже скорость совсем не та, и вообще у тебя герой уже не такой грозный. Такие дела. Грустно. Третья карта впереди. Да, друзья, подскажите, сколько у нас остается до старта следующего драфта? Уже да сколько? Сейчас быстренько. Три минуты. Да ты опять выключаешь связь с чем? С камерами. Связь с камерами. Хорошо, друзья, вспомним, что сегодня происходило за весь день, или уже достаточно раз повспоминали? Вспомним. Давайте вспомним. В очередной раз нам показывают, как комфортно игрокам играть на нашем турнире благодаря креслам от DXRacer. Показывают нам сцену Киев Киберспорт Арены. Ну так себе показывают, если честно. Ну показывают, там, где-то это, что происходит. Это ксинкью, последний ксил. Как бы. Слушай, да, он выглядит прям очень уставшим. Ну можно это понять, конечно. Ну что поделать, что поделать? Ну, хочешь быть лучше? А тут пока реплейчики смотрят два чемпиона International с Файтбияном. Причем смотрят выигранную игру. Антебешечка бегал. Может, наслаждаются? Ля, как я сделал. Невозможно на будущее, граждан. Вот я же тебе говорил, ТБ хорош против этого. Против алхимика в медиа. Я не верю, смотри. Ксяо такой, да, да, нормально. Возьмем на вооружение. Ну, видишь, какая-то такая своя тактика есть. Посмотрим, насколько рабочая. Ну, вообще, так по игре. Как вы думаете, кто может быть больше достоин того, чтобы выйти с первого места? Вот чисто по игре, по драфту. Кто героев нормально сейчас возьмет в третий? То есть только одна карта решит все. Получается, что так. Шок. Так бывает?
Ну, когда быстро в 3 третья карта, обычно да, так бывает. Серьезно? Для нас 9 за день, в принципе, не проблема. Для кого для нас? Для всех. Для всех? Да мы тут с Артуром с первого победного. А на втором его не было? Отдыхал. Вот. Да. Конечно. Там, нет, там были такие игры, что там невозможно было заснуть, понимаешь, с разменными тронами. Нет, ну да, согласна. Альянс Винстрайк можно и пересмотреть, кто пропустил на YouTube-канале. Собственно, этим я и займусь сегодня. Сегодня после ночью. Смены. Второй раз посмотреть эту игру. А, на того достойно. Ну, Альянс все понимают, Лод, я думаю, ему еще раз сейчас объяснит, что так делать нельзя. Надо брать просто своих героев хоть как-то отбиваться. На этого Варлока я предлагаю забить, пускай так же и Хом его забирают. Варлок здесь далеко не ключевой герой был. Возможно, если бы его даже не было, они бы выиграли. Алики настроенные. Не знаю, посмотрим, просто про эти команды уже реально 12 час про одних и тех же говорить. Да, довольно долгий, продолжительный день у нас сегодня получился, но... Зато интересные игры. Но это еще не вечер. Вообще, эти команды могут и по 80 поиграть спокойно последнюю. Вот будет классно. Если такая игра, как третья против Винстрайк, то почему бы и нет? Конечно. Граф там все идет. Просто, ладно бы с группы выходили все команды, выходят только две, и все понимают, что внизу Винстрайк, которые не такие уже мальчики для битья. Ну, опасные, да. Да нет, это очевидно, вот это сейчас супер важная карта. Да. Ты гарантируешь себе выход с первого места из группы на второе место параллельной группы. Отдыхаешь завтра целый день, тебе не надо идти на вот этих... Кроме того, что завтра отдыхаешь еще и послезавтра. Да. Заодно. Вот и драфтики у нас. Вот и драфтики. По банам без изменений. Alliance опять first pick у нас. Поменялись они только после первой карты. 10 секунд remaining. И получается, что второй пик у нас две игры выиграл в этом противостоянии. Да? Ну, две карты. Тогда баним темпларочку на месте Альянса. Здесь баним темпларочку, конечно. У Феррари останется только лишь шаг опять. Ну, из того, что я замечаю, давно его не видел на других героев, а если видел, то он никак не выделялся. Здесь бан темпларочка, здесь... Что у нас там банит? Свен. Свен, да. Здесь Оракл снова. Ничего не изменилось. Здесь снова Оракл будет. А потом снова Варлок? Варлок или Шрак там будет. Ну, Ехом нет смысла что-то менять, потому что они только что так выиграли. Ну, Alliance, так, Alliance надо так проиграли. Alliance надо исправить свою ошибку. Хорошо. Вот если после вот этого Оракла Бетрайдера, который Алики заберут сейчас в первой стадии, они возьмут Пангалера на третьей, тут я умываю руки и молчу до конца аналитики. Сразу говорю, заранее. Оракл. Так. Так, тут у нас Варлок или Шрак выходим. Думают. Возможно, и нет. Ты только что выиграл игру. Были идентичные баны и идентичные. Ты только что проиграл игру с Варком или Шарком, потом ты выиграл игру с Варком или Шарком, а теперь ты новые решил... страты. Аппарат. Аппарейшена взять с Тини. Я смотрю эту игру, и вообще пусть Альянс берет, что хочет, я не буду молчать, наверное. Вот это красота. Но, конечно, лишь Шарка не хватает. Уже с Лишаком, без Лишака не то, да? Не вижу проблемы в Бетрайдере сейчас. Противники раскрыли своих саппортов, которые не сбивают лассо. Или может Шейкер в первый, уж раз таки пошла такая гулянка. Так, что же будут пикать Альянс? Будут идти по каким-то старым стратегиям или тоже что-нибудь новенькое они нам покажут? Ставлю, мы видели Oracle Betrider, да, в прошлой игре. Так и происходит. Ну, в принципе, да, это как раз те герои, которыми вы были удовлетворены, собственно говоря. Да, Артур, говоря. Держу пари, Пангалер третьему Альянс не будет. Я не готов принимать. Если будет, я прям сейчас пойду на X1, на X1.5, наоборот, на X0.5 посмотрю какую-то самую длинную игру сегодняшнего дня вместо сна. Вов, ты сейчас сам с собой споришь, я правильно понимаю? Да. Ну, так интереснее. Так интереснее, хорошо. Если что, я могу с тобой спорить, но не на деньги. Согласен. Так. Деньги должен зарабатывать мужчина. Что? Ладно, я помолчу. Так, банчики. Ну, я думаю, что Пангальер у нас в бан тоже не уйдет. От Ехом им понравилось против него в прошлой игре играть.
От Шейкера может избавиться, от Тускара. Я думаю, Юхон тоже понимает, что в прошлой игре они... Альянс сделали не так. Прошлое они что у нас банили? Они банили Клокверка, они Морфа забанили. И вот Клокверк Ворф. На 19. Морфа тут уже банить не хочется. Морфа вообще не хочет. А Клокверк? Клокверка можно. Клока, да, можно и отправить. Но на, у нас Нага ушла. Неплохо. На всякий пожарный. Не, ну вот с таким раздрафтом Юхом они могут взять что угодно, все что угодно. Тинит... Вот Альянс Бару банили. Ну здесь нет смысла банить уже суппортов, два суппорта открыто. Нужно банить Коров и Хом, правильно? Да, ну Коров, да, оффлейнеров не знаю. Может какой-то легионки стоит избавиться на всякий пожарный. Это герой, который остался из таких вот кор-ролей, который может тебя из лассо остановить, ну, своего союзника спрятать. Лишачка можно подбанить, на всякий случай. Все-таки Лишак Тинь очень сильная линия, и нет, ну, не вижу проблем. Никс. Никс. Ну, Никс. Это тоже... Никс хорош против героев Алайенс. По-моему, Никс у нас в банах каждую. Ну, тогда, кстати, может... А нет, Феррари вряд ли на Тинь не пойдет. Ксенкью на Тине хорош. Ну вот они вот и, поймут, и взяли вот себе 4-5 сразу. Он прям хорош. Если аппарат до мида не доберется, конечно, у нас. Это что, да нет смысла в этом. Ну, в этой такое, мете... конечно, случается, мы такое уже видели, но конкретно в этой игре, мне кажется, в этом нет вообще никакого смысла. Нужно просто на пятерочку ставить, и нормально будет. От клока можно, в принципе, и не избавляться. Оба героя против него достаточно неплохие. Ты можешь выкинуть его к своим из когов, если он прыгнет. И там аппаратиком легко попасть всем из пылами. Минус морф. Я голосую за Лишака. А мид или тройка, они уже потом пускай решают. Здесь, для Ихом. А мы еще видели от них вот против Анваргезе. Бестмастера видели. Бестмастер стандарт. Ну, против героев Алайенс не хочется бестмастера брать. Он все-таки одну цель атакует, там уже Оракл сейвит. И если бы Бейтика найдет на линии, тоже не очень приятно. Я за Лишака здесь, не знаю. Там Артур может что-то предложить. За кого голосуешь ты? Да тут трудно что-то предложить. Вот Лишрак, ты говоришь, да, Лишрак тени линия, конечно, неплохая, но мне... не особо нравится. Я просто не совсем понимаю, как они дальше хотят тогда это все отбаланшивать. Вот это получше. Я даже не знал просто, что они хотят открыть, какую позицию, поэтому предлагать тут трудно было. Какого-то, очевидно, хорошего героя, на мой взгляд, не было. Шейкер выходит от Алайенс. Ну, тут нужно, да, какой-то дизейбл добирать под Бетика и не повторять тех же ошибок. У тебя будет комфорт, на самом деле, против ВК. Уже Бетрайдер его обливает маслом, там, да, Оракл тоже может подсейвить. И под Шейкером, который проходиком ему подзакроет, если Бетрайдер линию разнесет. Вот даже придут аппарат ВК, они эту линию просто разнесут, достаточно там Бетрайдер третий уровень получить. Ну, может, даже и Тускар лучше здесь, чем Шейкер. Он все-таки может подсейвить и от стана, и от аппарата раскаста. А на линии делает примерно то же самое с Бетрайдером. Но тут и Клок есть. И Клок есть. Так-то тут очень неплохо. Клок то же самое, да. Ну, вот лучше, чем Шейкер больше. Да, Клок или... или Тусик. Но все-таки Шейкер. Здесь они уже видят, очевидно, что лайны миди расставят на ласт пик, я так понимаю. Так особо не важно. Берут троечку сейчас. Тут закрывающие-то все равно у Ехоум, тут Альянс вообще могут... Вот сейчас увидят один пик еще Ехоум, и дальше уже могут как угодно хоть мид открывать под кэрри. Тебе надо, знаешь, просто сделать такую тройку, ну и вообще либо оставить себе такого мидера, почему? Потому что ты против бетрайдера в миде, если возьмешь какую-то ошибочку сейчас, можешь поплатиться. Не знаю, ДП мне нравится. Тайт для Ехом. Ну, Ксяуэй дали в деле. А чё, в принципе, на 5 очень плотно у Ехом. Они идут вот, этим, вот этой массой с пайпом от Тайда подрывают шутку да. Аппарата легко Ехом попасть. Ехом бодренько все, и тут Тайт ряд милишников обрезает, и у тебя Тини Тайт приходят, они душат, и та самая комбинация Тини бросает Тайда в толпу, подрывают, что тебе блинк не нужен. И Тайт тут Тини может еще ВК сверху еще закинуть там. Не знаю. Морфа нет. Кем мог бы... А морф бы круто тут да, было, безусловно.
У него нет. А может, опять МК возьмут? Здесь МК, в принципе, получше смотрится, чем в прошлой. Вот ты на как, лично... Какой кор здесь подходит? Ты на линии в любом случае... Какие характеристики? Желательно оранжевик. Ну, или полуранжевый, вот как Вова говорит, МК. МК... Он найдет по-любому милишника на линии, вот против тайда уже. Против тайда идти не пойдешь, и тем МК будешь чувствовать себя гораздо лучше, чем в прошлой игре. Другое дело то, что ты по игре тут будешь делать, непонятно. Не знаю, мне какой-то тролль даже нравится для Альянса. Мне, они... если говорить из милишников, возможно, лайфстиллер тут вполне себе. Не тролля без Абадона вообще не берут. Сколько Альянс играет? Это есть такое. Ну, под Оракла можно. Абадона нет, есть Оракл. И Наги нету. А может, сами себе ТБ? Нет, ТБ здесь не подерется. Джиггернаута часто не Джаггер бывает. Стандартный, да. Но здесь ему, в принципе, имеет место быть. Но ты идешь против тайда с тени, там с линии особо фрагов не получишь. Вот полурендж какой-то мне нравится. Нет? Ну, полурендж. Некрофос, например, не знаю. Хотя против аппарата не хочется некрофос играть. Нет, точно не хочется. Ну, вот... А вот вайпер здесь мне нравится для Alliance. Вот, типа в этой тучке, что ВК, что тайт ничего а не работает. А не играет, мне кажется, на вайпере. Играл он. Играл? Ну, как... 3 секунды, опять Алайн замешается. Извини, лица. Джаггер. Ну, это уже от недостатка времени к этому пришли, я думаю, больше. Ну, Джаггер — это просто вот самое дефолтное, что ты можешь в такой ситуации взять и там... Ну, кстати, вот ты сказал, что фрагов не получишь. Может, и получишь. Все-таки у Оракла на третьем очень большой бёрст. И если ты начинаешь там вот нюк и потом накручиваешь и еще в это время даешь нюк, и Джаггер крутилочку второго уровня юзает, то Тайду не хватит хп, скорее всего. Другое дело то, что тут все решится именно на первых уровнях уже. Очень много будет решать Тинни здесь. Вот да. Его ротации именно на мид, на топ, к ВК, к аппарату. Забанили ОД, которого мы так предлагали на прошлое. И это один из коров, который сейвит от бетика все-таки. Да? Ну да, есть такое. И мидер у нас против милишников. Может, они опять возьмут Тимбер для бокса здесь? Да не. А с Джаггером Тимбер разберутся. В пуле. Не-не-не. Тимбер тут точно не к месту. Кунка? О, ДП. А ДП имеет место быть. Потому что если против них была ДП, вот это ДП уже... ДП, я думал, для Ехоу. Да, вот против них им были похороны. Может, они себе я говорил на четвертый да. Просто вот вместо Тайда взять ДП под ВК. И мне бы казалось, что прям очень жирно смотрится. Почему я ДП для Alliance не вау? Потому что там все-таки Oracle... О, там все-таки Operation имеется. Да, ДП с Oracle, вот как раз-таки комбинация очень крутая. Но Operation может... прям подпортить. Поэтому будем ловить его в лассо. Ну да, тут нужно кому-то действительно сразу... Тайда ловить не резон, ВК тоже не резон. Сразу Operation как-то убивать. Ну кем они ДП в меде могут закрыть? Вообще вариантов масса. Медуза. Вот это плотность на самом деле у Ехом, но мобильности мало довольно-таки. Но есть кому пробивать эту плотность у Альянса? Да, вполне. Ну, мне кажется, что вообще тут хотя для Ехом карта. Да. Я на Ехом тут поставлю. Я просто смотрю на вот это, еще учитывая, что вот когда ты Медузу уже видишь, мне кажется, Альянс должны были уже Бетика на саппорта переставлять. Я сейчас специально посмотрел, кто кого пикнул. И если бы Бокси еще Шейкера взял и пошел бы там как-то расфармился, и прям был бы Шейкер, который тоже может много урона внести, то я бы еще поверил в Альянс. А с кор Бетиком именно, мне кажется, против Медузы тут очень тяжело будет. Да, они могут вверх прям задоминировать, но тогда ты Медузу отпускаешь. И тут, мне кажется, проблема. Соглашусь с Артуром, не вопрос вообще. Ты мне соглашаться с вами, что ли? Нет, тебе не надо. Нет. Не надо? Ладно, пусть итальянц. Вот. Кто-то будет прав просто. Кто-то будет прав? Да, от обратного. Не чтобы поссориться, чтобы кто-то был прав. Чтобы не говорили, вот тут сидят три... Чтобы хоть кто-то, да? Чтобы хоть кто-то. Хорошо. Если что, удар на себя возьмем. Друзья, будем передавать слово нашим комментаторам. Не забывайте, что батончики Line — ваш самый надежный саппорт. И снова спасибо студии аналитики за детальный анализ и за интересные драфты от команд. Я на самом деле не ожидал такого распика, ничего подобного от Альянса мы в последнее время не видели. Да и Ехум тоже, пока таких героев не показывали. Для вас работает друг, хвост, и мы возвращаемся на последнюю на сегодня карту. К сожалению. А исходя из последних 10 игр, последних моих в Доту, то там действительно у меня на суппортах как будто батончик Лайон играл. Вот, не всегда у него получалось, но рвался в бой, как дикий зверь. Мы переходим к игре.
Пошли у нас, значит, Микки будет на Джаггернауте. Вот, как отметил один очень умный человек, здесь очень неплохо собрать Диффуза и Монтастайл. Вот, выжигать ману есть. А кто, кто это сказал? Скажи, скажи. Очень умный человек. Ну. Я не думаю, что ты... О, а вот и Смог. Нашел нас Тайга, разревилил оппонентов Смог. Это очень крутая штука. И вот сейчас Operation, ты чего? Вай! На Инте он себе такого не позволял. О, аплодирует зал. Видно, что крепко все. На Инте он, кстати, троих бы забрал и ушел. Да. Если мы говорим об Инте 16-го года. Конечно, кошмарная команда. Она как-то вот появилась, исчезла, и все забыли, что... Ну вот когда мы там обсуждаем шикарный уровень Liquid, потрясающий там уровень у команды OG на 8-м Инте, все забыли, что просто если бы были 16-го года Winx вот в той же форме, то просто мы бы не обсуждали в целом другие команды. Вообще никого бы не обсуждали. Они ураганом пролетели, я вот до сих пор восхищаюсь. И исчезли. И все такие, ну, была, да, какой-то там цунами какой-то прошло по командам. Ну, это просто вот одного турнира команда. Ну, окей, да. Ну, они потом и развалились быстренько. А зачем тебе уже вот... Тем более для такой команды молодой. Одно дело, когда игроки вот уже по 10 лет на сцене, да, вот я знаю одного того человека, Пупей такой есть. Вот. Он... И жаждет выиграть второй интернешнл. Для него он выиграл первый, и вот, да, он выиграет, скорее всего, десятый. И больше не будет интернешнлов. Он начнет эту всю эпопею и закрепит ее. Возможно, я к нему присоединюсь туда. Ну, уже на автопате. А пока мы наблюдаем за командами, где очень много у нас чемпионов интернешнла на самом-то деле. Здесь у нас и Феррари, и Лода, и Фейтбьян. И Innocence, White. Да что греха скрывать, и ты здесь сидишь. Да, то есть, в принципе, одну команду чемпионов Инта мы могли бы себе насобирать. Да. Ну, пока все у нас... Ага, Тайдхантер без второго спыла. Так это он сейчас может здесь погрустить немножечко? А, так, слушай, он первого уровня бокса. Он погибает? Ну, кстати, может, да, забрать его. Да, так он его убьет. Блочит красиво. Прям очень красиво. Да, все, Фейтбьян нафыркался и... И Фейрфайр потратил. Ой-ой-ой-ой-ой, как же плохо. Ну, не знаю, против Бетика все-таки, мне кажется, со вторым спылом довольно неплохо приходить на линию. Потому что ты сможешь себе скинуть эти стаки, и все будет у тебя хорошо. А так вот он вынужден погибать, потратил Фейрфайр, потратил регена себе кучу. Ну, не подготовился немножечко Фейтбьян к этой ситуации. Дальше будет проще. Хотя все равно Бетик первого. Вот, суть этих стаков, вот мы уже видим не первый раз. Да, он настакал, но второй левел получил. А вот у нас тут и Шейкер пришел уже. Слушай, а Фейтбьян сейчас без телепорта будет. У него-то сапога нет. Фейтбьян сгорает даже без стаков стики на Палма. Ну, он, конечно, стики использует. Пытается уйти отсюда, но не получается. Это... Ну, это победа на верхней линии. Это отличный мув от Тайги. Это сейчас был прям такой lane deciding moment, как говорится. А снизу погибает Инсейния. Не критично. Ну, да, ничего страшного не произошло. Живет он, против триплы погибли. Ничего страшного, в целом мы понимаем, да, что вверху теперь у команды Alliance все должно быть шикарно. Фейтбьян пока вернется на линию, там уже уровень 4 будет у Бэтрайдера. Он продолжит дальше издеваться за ним. Ну а Тайга может, в принципе, перемещаться на другие лайны, в частности, загулять, куда-то зайти в центр. И попробовать Медузу. В центре, ну, не убить, особо, ну, ничего не сделаешь. Да, ну, не убить хотя бы, да, там выбить регенерацию какую-то. Просто прохарасить этого героя, потому что, ну, слишком фривольно себя чувствует 430-й, он же Феррари. Тайга поближе, но пассивной способности быть не должно. Да, ну, как отлично. Бы, да, там он второй уровень, то есть будь пассивка, не будь тотем, а я вот к чему. А будь тотем, не будь пассивки. В общем, этот ребус ему не решить. Да. Никак он не смог здесь бить телепорт. И, ну, опять же, Фейтбьян играет на Тайдхандере. Это такой герой, который потом пойдет Эншента фармить, потом пойдет делать все стаки и получать оттуда. Да, то же самое может сделать Бэтрайдер, но Бэтрайдер, как мы знаем, может купить тревел, и на этом его эпопея закончится в этой игре. Тут погибает у нас, должен, по крайней мере, Вай погибать. А нет, ой-ой-ой-ой, не, но все равно должен погибать, да. Ксинкью все-таки попытался сделать. А Ксинкью у нас показывает отличную игру, кстати, уже вот третью такую. Сейчас снова будет тос какой-то, нет, не будет. Ну, ВК здесь должен просто убежать. 18 секунд КД. Крутилки у Джаггера, все отлично. Ну, такие побегушки у нас тут за киллами. Ничего это не решает, но каждый не хочет упускать этот момент, заработать фраг на оппоненте. Бетик у Альянс опять начинает превосходно. Он там пулит еще и крипов лесных, туда выпуливает на линию. Важная погоня, значит, скелетиков за Шейкером.
Да, там их стакает, скоро будет забирать лайновых крипов, лесных крипов. Конечно, по фарму Тайдхантер его догонять на линии не должен. Верно, все верно, что ты говорил, безусловно. Ну, это еще раз умрет, потому что не успевает. Ага, проворонил фласку у нас в боксе, по-моему. Или это Тайдхантер юзал. Ну, звук фласки я слышал, кто ее юзнул, я не заметил. А снизу погибает у нас Рейс Кинг. Слушай, Лайонс дают жару. Еще как. Койква высасывает пока хп из Медузы. Ну, Ксинкью неподалеку. Койква рискует на самом деле погибнуть. ХП восстанавливает себе слишком мало здоровья тут. Со всех сторон его закрывают. Это минус Койква. Тайга старается отойти. Уходит, не перемерзает. Есть еще замедление. По идее, по-моему, Ксинкью нет прокаста. Он бросает Вай, но может в таверну, кстати, его бросить. На хосте Вай. Но она сейчас закончится, и уже Бэтрайдер здесь. Я вот к чему... Да, Вайо отправляется в таверну. Бокси как-то отхилил два раза ботлом у нас с Шейкера, из-за этого только он выжил. Молодец, Бокси, отличная игра. Вот на микроуровне. И все же у Alliance все не так уж и плохо. Хотя топ-3 крипстата мы видим, имеют у нас игроки и Home. Несмотря на это все, Фейтбьян крипов бить умеет на своем Тайдхантере. Забрал он эти стаки, которые сделал Бэтрайдер. 5-я минута, 3 руны у Alliance. А, ну за третий бокси не пошел, но я думаю, он ее потом заберет. Нет там оппонентов, которые могли бы составить ему конкуренцию. Тут эти, кстати, новые скелетики, они такие забавные. И вот у нас хайлайт. Ботлом похилили Шейкер. Но это уровень интернета. Да, это круто. Это действительно очень круто. Между ударами как раз. Ну нет, это... Не так, как себя хилит. Должны сделать... Должен делать каждый игрок. Некоторые сейчас уже так умудряются с этим регеном обузить, что там прям вообще чудесные моменты. Поэтому все в порядке. Бокси тут сыграл как надо играть игроку хотя бы тир-2 команды. А тир-1 уже вообще нечего говорить. Он должен был вообще его выхиливать максимально там прям. И потом еще ботл да? Заобузить. Да, конечно. А что, как ты думал? И уровень ему как раз 6-й. Апнуть. Чтоб капнул. Да. Все верно. Ну, Бокси летает, пока не может найти себе какое-то применение. Но делают стаки. У нас E-Home, Y. А это все должен забрать... Бокси. Ну, догонит он, убьет, скорее всего. Хотя Шрайн и убегает. Стягивается сюда, да, Бокси ничего уходит. Не сделаешь? А, нет. Лоу-граунд, нет, не уходит, слушай. И правда, все, и заканчивается Firefly. Бокси старается уйти, примерзнуть, не и сейчас должен. Он заберет баунти, который там лежит, и восполнит себе хп до полного. Вот оно как должно работать. А, нет, он юзнул Шрайн. Он не поверил, видимо, что остались баунти. Не поверил мне баунти, Бокси. Да. Я же тебе говорила. Ага, ультимейт. Нажила Банша, пушит Митавр. Сейчас это, кстати, Аркан Рун еще подобрал на Койква. Вообще прям идеально все для него складывается. Может и зафармить. А на топе Бокси. Ну, в общем, early game, как мы видели в прошлой игре и в этой, он отыгрывает очень круто. Он прям создает кучу спейсухи, фармит чужой лес, стакает себе, делает все что угодно, то играет на максимум. Хотят убить у нас Койку, но что-то... Не знал Тайдхантер, видимо, не доложили ему о том, что делался уже телепорт на этот тауэр, и в итоге он потратил очень много времени. Тайдхантер с фейзами. Чаще это все я вижу. Скорее всего, мы когда-нибудь увидим того самого Тайдхантера с там, фейзами, двумя брейсерами, Владмерсом, Дайдаусом. Слушай, а Неверенд, по-моему, умирает. Сейчас, если еще будет поддержка в лице Шейкера, то Неверенд должен погибать, потому что лассо в боксе есть, 6-го уровня нет пока. Даже не будет лассо, еще хватает... Время действия Firefly. Да, хорошая фиссура открыла действительно возможность забрать его. И путь преградила. Фейтбьян без ультимейта. Микки в любом случае добирает его еще за действие крутилки. Даже если был бы 6-й уровень, от Микки никак не избавиться. У Микки есть 6-й. Он прыгает на Ксинкью. Это даблкил для мейн-керри команды Alliance. Аплодисменты, Alliance. Большие молодцы они. Играют прям великолепно. Ура! Вот, и тут сейчас на 430 как бы у нас должен показывать уровень своего фарма, вот, должен себе сам идти стакать лесочки туда-сюда, а у него всего 3000 нетворса, не так уж и много на самом деле. Видим мы Бокси опять в топе держится, у Джаггернаута вообще все великолепно, а вот тот самый быстрый Джаггернаут, который получит манту, диффуза и Аегис, как сказал один великолепный человек, вот он пойдет потом и... Спушит вам хайграунд под хилинг вардом, вам особо нечего его убивать. Operation до него не достанет, медуза не достанет, медлишниками ты его не убьешь. И в принципе все может закончиться довольно плачевно для E-Home, если позволит у нас команда
Alliance себе такие вольности. Понимали, где может Медуза околачиваться, если не в центральной линии. Прекрасно, понимали, там уже половину своего тайминга стоит. Vision выходит в пуш вышки, пока знают, где Медуза, пока контролируют и остальных игроков. Там еще есть неподалеку аппарат, тоже смотрит за ним Тайга. Забирают вышку. Все, Т1 Тауэр упал. Выходит дальше на Медузу. Бокси с ультимейтом, но не добегает до Медузы. Ревидж от Фейтбьяна. И засыпают камнями сверху Бэтрайдера. Наказывают его. Тайгу тоже, может, потеряют. Но, опять же, 4 героя. Ревидж на килл оффлейнера. Да, убьют еще у нас. 5-й герой подошел. Убили Тайгу у нас. Скорее всего, да, он замерз Тайга. Получил у нас килл Неверэнд. Это неплохо. Но забрали ваши стаки все. Вы потратили кучу времени. Джаггернаут на фулл фрифарме, а вы гоняетесь за двумя некорами. Да, Бэтрайдер, он, конечно, имеет высокий нетворс, но, по сути, он такой, спейс-креатор. Ну да, и Бэтрайдер ничего не потратил, то есть он сейчас вернулся из таверны, и уже можно нападать на очередного героя. То есть все эти ваши побегушки, они сильно Бэтрайдеру жизнь не испортили. Баунти не испортили, будут, но ненадолго. Баунти будут, и интересно, по идее, Бэтрайдер должен отобрать. Нет, ладно, Рейскинг заберет у нас. А нет, есть лассо. Может отобрать обе руны. Да, судя по всему, забирает у нас 4 руны. Ладно, Ксинг-Кью забрал. Баунти одну. Alliance прям душат, давят. Видим мы, что уже на 500 золота опережают, на 400 оппонента. И вообще не останавливаются ни на секунду. Вот Тини взял книгу. Тини, да, пытается купить себе фейзы, есть у него ботл. А где же тот блинк? А нужен тебе блинк, по сути-то. А здесь у нас 940 голды у Шейкера, и на топе он себя будет чувствовать великолепно. Пока все чудесно у Alliance. Если Бокс сейчас не начнет исполнять свои вот эти вот знаменитые фишки, то так все дальше и будет. Купил барабаны, дефолтные уже для Джиггернаута айтем. Ну, в целом, я фанат барабанов, поэтому не такой, как Виолончели, конечно, но тут тоже особо не соберешь. Следующим будет Яша, потом быстренький дефуза, скорее всего, и потом уже только Манта. Хотя можно здесь от заморозки Operation, да и от Гаша от слова, чтобы у тебя было помимо крутилки какой-то Шейкер. Способ эскейпа. Прошу прощения, Шейкера забирают. Шейкер у нас. Да, Шейкер погибает. Ну и, скорее всего, Вай у нас умрет. Похоже на то, а Неверэнда подальше уводит, просто чтобы не поймать стан. Но здесь Ксинкью есть, и Вай не догорит, Неверэнд тоже живет. Все выжили, похилил у нас Тини обоих героев. И Феррари делает свое дело на Медузке. Ну, можно на самом деле зайти в лес к Феррари. Уже Vision была подобная ситуация, тем более, да, тем более там есть Vision. Знаю прекрасно, где находится мидер команды E-Home. Но не успевает. Во-первых, Шейкер умирал вверху. Во-вторых, Бэтрайдер тоже занимается фармом своим. Сейчас не до Феррари. Сейчас у Alliance все хорошо, и нельзя допустить этот момент. Ага, вот Бэтрайдер у нас без тревела играет. Купил себе барабули и рашит блинк. Молодец. Сделал какие-то он для себя выводы, что, возможно... Ага, и тут спалил смог, но как-то медленно реагирует. Нет никакого вижена не было у нас у E-Home, и он просто спустился на лоу-граунд. Ну, видимо, монитор был у него, точнее, экран был повернут в какую-то другую часть карты, где не мог он увидеть подходящих снизу врагов. Плохо. Надо контролить такие моменты. Вот, если сейчас он выжил, то это была бы еще одна маленькая, в скобочках, большая победа для Alliance, потому что они бы разревиривали смок-атаку, которую нацеливались у нас E-Home сделать, и ничего бы не потеряли. А так стаки отдали, Бэтрайдер умер, все окупилось. Ну и, да, Фейбьян. Молодец, Фейбьян. Рашид Блинк. Безусловно. Альянс тянули наверх. Героев Race King должен отпушивать уже линию там под Т2. Крипы находятся, сами рассредоточились, центральный лайн, я смотрю, готовятся защищать. Ну и в целом Альянс ведут достаточно размеренную пассивную игру. Я думаю, что все это действительно будет шагать от инициатора, такого как Бэтрайдер. Ему нужен дагер, Шейкеру нужен дагер. С того момента Альянс уже могут идти в атаку. Но пока вот Бэтрайдер на ноге, под этими барабанами, смотрится тускловато. Могу сказать, что у Микки в квикбае лежит Мейлшторм. Это мне не нравится. Это почему? Да, это сейчас метовый айтем, и в принципе он тебя разгоняет круто, но здесь и Тайтхантеру круто сжечь ману. И тому же Тини. Да, это не так важно, потому что Тини у нас суппорт, но в целом. То есть ты и Медузи, и в Рейскингу, ты до 20-го левела в Рейскинга можешь его вообще уничтожать. Не будет реинкарнацию использовать ни разу за всю игру. Но
почему-то все-таки решил делать Микки у нас Мейлшторм. Ну? Ну, он очень хорошо фармит, и будем откровенны, Мейлшторм не так дорого стоит. Ну, и Диффуза тоже не так дорого стоит. В целом, ты при приобретении Мейлшторма достаточно быстро Диффуза эти нафармишь. Я думаю, к этому моменту не успеет 20 уровень взять ВК. Однозначно не успеет, хотя смотря как игра пойдет. Но суть в том, что у тебя будет куча дешевых айтемов. У тебя барабаны, у тебя Яш, у тебя Мейлшторм, у тебя Диффуза, у тебя Фейзы. И как бы, да, один Рейсбенд остается, ну, на какой-то айтем ты его... нападение у нас на Шейкера, но своевременно, Инсейня. Опа! Эхо Слэм! Ой-ой-ой-ой! Как-то быстренько аппарат рассыпался. Ну, они ожидали наверняка этого, они просто не ожидали поддержку. Потому что одним Эхо Слэмом тут не справился бы Шейкер, но была поддержка еще со спины. Неверэнд под поддержкой Фейтбиана есть ультимейт Рэвиджем. Подбрасывают Микки, Микки раскручивается, старается уйти. Все, здесь уже койка и бокс, они дальше не пустят. И выживает. Микки ставит вард. Погоня дальше за Фейтбьяном. У этого ультимейта не осталось. Просто высасывают здоровье и сжигают его. Минус 2 в итоге при попытке выйти на Шейкера. У Бокси в меде ошибаться. Была отличная идея поймать, отличная возможность поймать Медузу. Он долетел до нее на Firefly, но почему-то решил ее не хватать. Он мог бы ее перевести за фиссуру и не смог бы подойти Тайдхантер прямо в нормальную позицию для того, чтобы дать Ravage. Почему этого сделал, не сделал, я не знаю, но ошибка, ошибка. Чего себе скорость каста у Ая. Все в боксе дал мгновенно. Все кнопки, которые были. Да, все, как легко. Как легко получается у него. До этого Ксинкьюба жил на своем герое, справлялся в соло с коровыми персонажами. Теперь мы видим, как пятерка аппарат справляется легко с Бэтрайдером. Но это вот то, чего ты опасался. Похоже, оно продолжается. Да, Midgame Alliance. Тот самый пресловутый, который они сливают, скажем так. Не делают однозначно правильных мувов, и как-то у них идут потери повсеместные. Ну, Тайга с блинком, но ультимейта у него нет, а Ехом себе продолжает фармить. Ультимейт кулдаун примерно одинаков у Шейкера с Тайдом, поэтому следующая драка может произойти уже с обоими блинками. Ну, Ксинкью у нас тут погибнет, ну, опять же, это спейсуха. Главное, чтобы не забрали... А, ну и Апарейшена убили, ладно. Это уже не так хорошо, это сейчас минус нижний тауэр должен быть. По идее. ВК фармит вверху, тем временем Медуза в центральной линии. Метедр курьером увидел это появление Арканруны. Ну, сейчас должна Караба, по идее, забрать ее. И с Арканруной уже второе, она может пойти, зажечь ультимейт на второй тауэр. А если ребята хорошенечко подумают, то можно, в принципе, на Т3 пойти. Просто похарасить, дать, заставить Медузу тыпнуться. Ну, а может и хватит, ладно. Ну, быстро сыпется вышка. Конечно. Достаточно быстро. И мы видим, телепорт используют наш Райан наверх туда. Ну, то есть Тини здесь быстро не окажется. Идут на топ. Так, слушай, молодцы, молодцы Alliance. Идут дальше. И это правильное решение. Да, да. Сейчас реально все сюда не переместятся. Ну, то есть, как минимум, здесь не будет Тини. Никто не переместится. Только что использовал телепорт. Ну что, Т1 размен на Т3. Ну, явно не этого хотели Ехоум. Ультимейт аппарата сюда, сильно это здоровье не портит. Окей, забирают Тайгу здесь, Тайга выигрывает некоторое время. Я не знаю, может Тайга, кстати, и ТПшки позбивал. Ребят. Так, два ультимейта потратили на иллюзию. Медузы, Феррари развел. Олдскул дели. Алды здесь, ребят? Понятно. Ты не слышал, Ксяо кричал? На месте. На месте, да-да. Ох, нападение на Джаггернаута, Ревач не дает ему раскрутиться. Джаггер уже может это делать, Микки. Погоня дальше за Ксинкью, того притормозили и рискует погибнуть. Тини погибает от рук Инсейни. Инсейни на месте, вот кто кричал на месте, так это он, потому что он уже неоднократно оказывается, ух ты, Бокси, молодец, отлично использован. Так, слушай, должны были увидеть, что он ставил здесь вижен. Часто прокликивают уже профессиональные игроки, особенно, допустим, бежит... у нас Инсейния на том самом Оракле, и должен был он прокликать, что поставили Vision. Вот, должны как минимум эти два варда там убрать. Оракл там крутится, я так понимаю. Дестроит, да, убил. Да, молодцы, забирает. Молодцы. Вот это хорошо. Но 1000 всего преимущества. Дают Медузе пофармить, дают ВК пофармить. Видим мы, что они приближаются к Джаггернауту, который был на супер фрифарме. И Мейлшторм. Ну и дальше Монтестайл. Заметили, Диффуза, здесь у нас... если и будут, то откладываются. Но они свою актуальность просто со временем теряют уже. Ну ладно, все равно нечем было сбить. Телепорт в рейскингу. И БКБ собирает у нас Бэтрайдер. А разительно отличается Бэтрайдер от предыдущей игры. Просто... Ну, опыт Бэтрайдер, получен да, был. Да, Бэтрайдер хорошего человека, умного. Который собрал
айтемы на драку, который позволяет тебе регулярно. Ну ладно, там немножко другая стратегия была. Он должен был там спидпуш, должен был создавать вот эти вот непонятные мувы, но как бы все это перешло уже всякие границы, и в итоге без айтемов остался на всю жизнь. Прочекали у нас с помощью ультимейта Ехоум Рошана от Alliance. Опять шейкер. Вот когда надо вчетвером собраться в другой какой-то позиции, тут шейкер. Он был в инвизе, время. Но оказались там в центре, неожиданно. Ну что, Рошана так и не забрали. Альянс, ультимейт был потрачен, кое-кто уже понимает, что сейчас экзорцизм завершится. И Рошана вы не успеете забрать, оставлять его на лоу хп, отдавать его Медузе или в Рейскингу тоже не хочется. И просто ушли из Рошпита. Ну опять же, потеря шейкера сказалась на этом. Шейкер очень важен в драке в Рошпите. Против, кстати, насколько хорошо шейкер смотрится против Рейскинга, который, если где-то не законтролит своих скелетов и рядом с собой будет вести, там взорвется так, что все услышат. Как-то ура, да? Угу. И медальку словно собирает Фейзбиан. Вот молодец. Это чемпион интернешнл, как бы видно сразу, потому что человек собирает правильные артефакты, он бафает своего керри, теперь это уже Феррари, да, это уже... Как бы не ТБ, но Медуза, в принципе, шило на мыло. И она пойдет и будет стрелять. Если бы были диффуза, то можно было бы как-то этому противостоять, но их нет. Ну, похоже на то, да, что здесь есть вижен. Вижена никакого нет, Бэтрайдер просто взлетел и просто дал вижен с собой. Сейчас, да? Мне кажется, пойдут где-то девардить игроки команды Ехум там под своим шрайном. Или нет. Или не пойдут. И вот снова Инсейни отыпнулся у нас вниз на потенциально опасную точку и готов защищать. Но там никого нет. И вот у нас Неверэнд. Что он купил? Дизоль купил. А это интересное решение. Это как раз такой вот... Это, скорее всего, на Оракла будет прыжок какой-то. Потому что здесь, ну я не знаю, не вижу такой прям супер надобности. Хотя есть и медалька, и Дизоль, и Кираса потенциальная. Вот он ощущается, да, удары с Дизолем. Угу. Не скомбинировались. Operation, видимо, просто не хотел ВК, наверное, тратить свое время на то, чтобы просить Operation Ultimate и что-то там выжидать. Он просто хотел прийти, дать стан и зафармить скелетиками крипов и дальше пойти по своим делам. Ну да, мы смотрим на шейкера. У него в целом 6 брони. 7 при этом снимает ему в Race King. Конечно, шейкер достаточно такая слабая цель, если укрепления никакого нет. Ну и шейкер сам должен инициировать. Вот такие отдачи, мы уже наблюдали их от Бэтрайдера, где-то взять, пойти отдаться кору. Шейкер сколько раз у нас уже погибал. Тут по-хорошему шейкеру даггер и самому нападать где-то под раку, контр-инициировать. Шейкер с даггером, но все чаще и чаще подставляется сам Тайга. Мы пока не видим этих врывов с даггером и хэслэмом в драке. Не дают. Не дают ему на самом деле нормально действовать. У нас постоянно сплитится и хом. Вот сейчас они подставились под смог и пошли дальше в атаку. Но предчувствует это у нас Alliance. Хотя под вардом тусуются все. Ой, сейчас... Ой-ой-ой. Тоже смог. Ох. Сейчас может быть битва-драка. Сейчас на ХГ. Ага, разревелился у нас Микки. А готовы были драться, да? Дальше шли и хом. На самом деле никто не хотел отступать. Бэтрайдер зацепил аппарата. Аппарата успеет ли забрать тот под сайленсом? Аппарат успеет еще выдать проказ, но ни по кому не попадает ультимейтом. Койкву там немножко зацепило, Койква живет. Оракл еще и подсейвил его. И Койква под ультимейтом пошел дальше. Или это Аганим уже? Это... Смотрю, вроде духи летают. Да, это видимо, Аганим уже есть, да, у Койква? Все, а теперь это ультимейт, экзорцизм за Неверэндом. Присосался к нему Койква. Неверэнд погибает. Это только ультимативная. Ну и дальше, 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 конечно, не отпустят. Его нечем сейвить, реведжа нет, Медуза далеко отсюда со своим стоунгейзом, да и Медузе не до тиммейта. Медуза фармит, не приставайте. Ну, нормально, наказали за то, что так далеко зашли игроки команды Ехоум. Дважды забрали в Рейс Кинга, забрали Тини и забрали аппарата. Ну, нападение, сам было довольно странное. То есть Бэтрайдер взлетает, по идее, ВК пошел ревилить всю эту движуху, но не попал туда. И схватили Operation, Operation дал ульт в никого. Мог бы попасть, наверное, в койку, и тогда было бы поинтереснее, но не сориентировался у нас. Why? Успеет или нет? А ага. Есть чем драться? Просто нет. Ультимейтов-то нет уже. Уходят, уходят у нас игроки ЕХО. Ну что ж, это такой вин для Alliance. Ну вот, просто из ультов Стоунгейз все, больше нечем. Нечем сражаться, судя по тому, что я вижу. Что вы реально ничем не законтролите соперника, кроме Тини.
Слушай, ну купил Мьёльнир, у нас Джаггернаут и вырывается вперед. С диффузами бы так он быстро не фармил. Возможно, есть какой-то смысл в его действиях. Рассчитывал на лейт-гейм. Хотя это Alliance, да, не стоит забывать о том, что не бывает у них такой... Без плана Б они на драку не выходят. Всегда какие-то ножи, кастеты, все как полагается. Все есть, и вот этот Мьёльнир создаст проблем в итоге. Джаггер будет бегать. Ну, все будут бегать 6 слотов. Можем пока отдохнуть. Сейчас аппарат руки так потирает, думает. На твои слова бы, да, из фрогу в уши. В 6 слотов. Пока у Ай печальная история. Правда, он близится артефакт за артефактом к Аганиму. Когда он появится, неизвестно. Хорошая, удачная драка должна быть, в которой аппарат не умрет и заработает золото. Тогда, конечно, да, можно будет говорить об этом. А так у него худший нетворс и... Очень простая цель для команды Alliance. На верхней линии крипы сильно подпушили Лайн, но туда не выходит Микки. Микки фармит вражеский лес. Да, ну Микки с Аегисом, его здесь вообще никак не подцепить. То есть, что бы ни произошло, он всегда сможет спастись. И вот у нас очередной инвиз, который может наступить на Sentry Ward. Кстати, золотой курьер летает, золотой Рошан у нас. Угу. Смотрим мы по талантам, значит, не взял скелетон с дэмэдж, взял 15 стрэнджи. Но учитывая то, что он купил дизоль, это логично, да. Был бы какой-то Radiant, скорее всего, бы взял дэмэдж скелетиком и в совокупности бы уже всем своим вот этим периодическим дэмэджем пытался сделать ветер. Но тут смоки у нас от Alliance идут на топ-тауэр. Потихонечку, помаленечку. Ну, не выходит. Дальше вышек не выходит. Ехом тоже понимает, что что-то нечисто. Не просто так соперник пропал с карты. И те, кто внизу тоже. Один игрок в лесу, другие спрятались в деревьях. Синкью на линии не показывается. Ждут, когда начнут отпушивать Т2 Тауэр. Но здесь всего один рейнджевой крип, пока отпушивать нечего. Неверент показался, еще и скелетиков туда направил. Синкью тоже вышел на линию. Знают информацию о двух героях. Сюда уже телепорт, прыгает Шейкер, дает их Хаслэм, забирает к Синкью. И отменяется телепорт Джаггернаутом. Тут остается на топе. Остается сплитить, остается ломать Т2 вышку. Самостоятельно никто не сбил телепорт, он сам отменил его, чтобы сломать Т2 Тауэр. Ну, хорош, сломал. Да, действительно. Вот тебе и Alliance. В очередной раз. Ну, тут Шейкер молодец, вот он не постил этого Тини, в соло на него напрыгнул. Да, там Оракл потом пришел, помог, но в целом ничего не изменилось. И это вот эти скелетики, они очень сильно портят жизнь на самом деле. Играя против Шейкера, против спама скелетиками, вы всегда в опасности. Они не дают так много буста вам, да, в уроне, там, в драке, сколько опасности они дают, что Шейкер оторвет лица всем, кто вокруг них будет стоять. Не знаю, на самом деле очень, знаешь, неудобно и неприятно играть против Шейкера с этими сумонами. И Ехом, наверное, этот момент уже чувствует. Причем Ксинкью, это же не его как бы ребята были. Ну, это ошибка как раз от Ксинкью, потому что ну, он пошел быстренько отпушить линию, да, блинканулся дать прокаст в крипов, но... Шейкер был в позиции, и он знал, что будет происходить, поэтому реализовал момент. А так Тини мог просто подождать, когда пачка чуть отойдет, дать туда спылы из леса и блинкаунт сделать. Тут просто такой игровой момент, который немножечко пожадничал у нас Тини. Бывает. Шейкер Shadow Blade приобретает. Ну и Home, да, у нас убили 8 вардов, в то время как Alliance всего 5. Да и поставили тоже, смотри, насколько больше. Ехом пока по вардингу выигрывает. Хотя сейчас мы видим, что... ну, ладно, одинаково по 2. А, нет, 3 на 2. 3 на 3. Все верно, я посчитал. Посчитал, потом подумал, что я не прав. Потом вспомнил, что я прав. Нападение на Джаггера. Минус Аегис. Ну и отошли. А, так ли просто будет отойти? Бокси уже прыгнул. Разбросал двух персонажей. Утягивает за собой Тини. Там есть сайленс на Тини. Тини успеет ли дать прокаст. Уже накручивает Инсейни. Тини зацепили, Тини все еще живет. Правда, минуснули уже аппарата, минуснули в итоге Тиника. И Неверенда тоже не должны отпускать. Ну, конечно, пилит Джаггернаут очень сильно. У Микки уже дэмэджа неимоверное количество. И досталось. Встал вопрос, зачем вы идете убивать Аегисного Джаггернаута? Что вы рассчитываете там получить? Чтобы он после Аегиса не сможет крутилку включить или просто выбить и отойти? Вы же ничего не видите. Ну ладно, они видят линию и, в принципе, шрайн. Но если вы это все наблюдаете, зачем идти туда? Вот нарожен, как бы. Я не понимаю. В общем, да, спорная такая ситуация.
от Ехом сейчас была. И рискует потерять сторону, на самом деле. Нет байбека у Рейскинга. Да, немного времени, крипы пока не подошли. Но в целом ультимейт у Банши есть. И вот у него, кстати, есть Solar. Хороший айтем. Ультимейт у Банши, ультимейт у Шейкера имеется. Если будут имеется. Инициировать, да, Шейкер всегда может контрнаступление и сделать. Минус, ну и позиционку, кстати, выбирает ультимейт. Шейкер Бэтрайдер. Да, просто уходит назад. Или нет. Койк вам может еще на самом деле остаться. Это Банша под Ораклом. Не такая простая вещь для убийства. Койква, да, потихоньку ломает бараки. Просто ждут, когда нападут. Шейкер ждет своего звездного часа. Но аккуратно играют. Альянс. Вышку сломали. Это открывает пространство для поломки шрайнов. Это в целом напрягает сильно соперника. Ну, тут и у Банши заканчивался ультимейт. Поэтому стоило отойти все-таки. И, опять же, ты можешь напасть. Но, ага, увидели у нас тут. Опять нападают на Вайер. Ну и не идут спасать. Ревидж от Тайтхантера. Все, собственно, да, аппарат появляется. Аппарат, в принципе, может с километра выдавать ультимейт. Койква под ультимейтом Оракла. Ультимейт аппарата пролетает мимо. Шейкер выдал Эхо Слэм. Могут забрать сейчас Медузу. Да, забирают Медузу. Забирают Рейскинга, забирают Медузу. И уходит. Просто уходит наш Райан Фейдбьян. Дальше погоня за Апаришином. И вот тоже, если заберут, то он надолго отправится в таверну для саппорта, так как делал выкуп. После байбека еще и Фейдбьяна тоже могут забрать. А и это, конечно, позволяет вам пушить немного побыстрее. Байбек от Медузы. Ну, вот такой исход Альянс могли ожидать. И, наверное, его они и добивались. Заставить Медузу выкупиться в, казалось бы, простейшей ситуации. Альянс, ну, лучше и пожелать нельзя. Разве что сторону еще снести. Напомним, что с Аганимом Death Prophet пушить достаточно удобно. С этой новой дополнительной функцией. Да, молодцы. Альянс отлично время провели. Драку свою время провели вообще, в принципе, неплохо. Шикарно, да. Вот, да. Что делали? Да, мы там с ребятками дрались. Вот. Ксинкью молодец, забрал, пошел две хотя бы баунти, хоть как-то реализовал экономическую вот эту потерю, которую, в которую они в драке потерпели. Но у нас есть Shadow Blade у Шейкера, и через 60 секунд будут все ультимейты, и можно двигаться дальше. Вот. Рошан будет уже довольно скоро. И опять Аркан Руна. Опять Аркан Руна у Банши. Какой раз уже? И опять есть ботл. О, это такой провал сейчас может быть. Просто сейчас могут пойти и убить еще одну сторону вам. Да, конечно, там был потрачен Ревидж, но опять же, если Смока Бэтрайдер кого-то вытянет, опять же, эту Дузу, Дуза, которая без байбека, то все, все, ребят, все, все. Поздравим Alliance. Тини как-то вообще ничего не может в драке выдать. Который раз я смотрю, как Бэтрайдер в него врывается, а сейвить нечем. Выбирают ему таких героев, видишь. Ну, Тини четверка, это он либо супер крутой будет, либо у него там будут Shadow Blade, там аганимы какие-то, те самые сабли и так далее, либо он будет вот такой вот беднячок, который там вкинул прокаст на 600 дэмэджа, выкинул деревце и побежал дальше умирать. Вот очень редко, когда Тини четверка там вносит кучу импакта. Здесь он бегает 7 канетворса, это очень плохо. А Джаггернаут при этом супер крутой. У него еще есть медалька, на которую у него накидывает краба. У Джаггернаута очень много. И вопрос, окупается ли это Кираса? Точнее, дизоль Кираса, который покупает у нас в Рейскинг. Ага, вот есть ДД. Под Рошана, который, ну, скоро появится. Да. Ну нет, да, Рошана еще нет. Ну, есть ботл. Всегда есть ботл. Кстати, Аркану круто. Использовал, да, Койква, да, 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 и ботл. Наполнил двойным уроном. Ну, сейчас этой Аркана можно идти юзать ультимейт. А Джаггеру передать двойной урон. Не-не, он у Джаггера лежит, все нормально. У Джаггера? Да-да-да. Ботл отдали Джаггеру и заюзал. Да, вот я просто не обратил внимания, кто забрал. И сейчас можно вполне идти юзать ультимейт. Ну, почему-то отходит у нас Alliance. Ну, ожидают Рошана. Вот, все-таки Аркан Руну я бы заюзал. Ну, есть ДД. ДД под Эгисом будет намного круто выглядеть, круче выглядеть, чем без, потому что можно вообще практически безнаказанно ворваться по чужой тауэр. И мы знаем, что нет глифа пока еще у Ехом. Возможно, записали, скорее всего, записали тайминг у нас Alliance. И смогут они пойти и убить вторую сторону. Но это, скорее всего, будет после Рошана. Не хотят рисковать. Все-таки в третьей игре немножечко по сейвовой хочется. Да, и Alliance, в принципе, не славятся помимо мидгейма. После 30 минуты у них наступает момент, когда все, хватит. Хватит бегать по одному, хватит умирать, хватит прыгать. Давайте-ка мы соберемся. Покупка и гема. Соберемся и пофармим. Ну а почему бы и нет? Коллективно. Это тоже искусство. Дисциплина, да. Потому что, ну вот у нас полетел Бэтрайдер вниз, ладно. Понимают они, что нет никого из оппонентов там. Рассчитывают, может быть, кого-то найти и убить.
Бабочка есть на Медузе. Ну, уже зажимаются на базе E-Home. А что в Кьюбае? Что в Кьюбае Медузы? Это Divine Reaper. Ну, наверное, да. Понимаю, к чему это идет. Понимаю, уважаю такую, такую Медузу. Вот, этот билд мне нравится. Ну, ее еще купить надо, конечно. Она только-только бабочку принесла. Но он уже радость принес. Легкая надежда. Как да. Обидно будет, когда у него там МКБ появится. Или трон упадет. А, появился паренек один, и которого так хотели его видеть альянс. Да, моментально стряханулись вниз. Заюзался дабл дэмэдж. Еще одна руна, кстати, волшебства внизу. Там сейчас ее увидят в любом случае, можно попинговать. Ну, это вообще прям, ну это я не знаю. А это такое ощущение, что у вас в команде с Аганима Марк Варден, вот просто откуда ни возьмись появился и постоянно руны кастуют шикарные, которые вам нужны. Ну уже МКБ на подходе у Джаггера. Совсем немного остается. Сейчас вот банально пойти продать эти барабаны, и у тебя золота хватает на Monkey King Bar. И Медуза со своим, со своей бабочкой становится совершенно бесполезно. Так и получается. Да, Джаггер просто продает барабаны, не продает, а просто хватило денег. Покупает МКБ, барабаны перекладывает в рюкзак. И руна Аркан внизу для Койквы. Красиво, красиво. Посмотрели мы на Медузу. В принципе, не отличается фарм Феррари от среднего. Появились баунти, позабирали с Alliance, две оставили на потом. Микки тут кого-то ищет, но в целом я не знаю, почему это происходит. Вы должны просто идти, да и пушить. Слушай, мы с тобой думали так, что Манта ставил диффуза, чтобы ману снять. Джаггер пошел по более мужицкому билду. Вот просто я не буду ману снимать, я хп сниму. Это более действенно. Да, наверное, так и работает. Пусть с фулл маной отправится в таверну. Два раза. Да, два раза. Ну вообще, опять же, я сказал... Единственная причина этой покупки, что они рассчитывают на такой semi-late game. Вот он и происходит здесь. Они подходят к тауру, вы ничего не можете сделать. Да, может тайтом как-то впрыгнуть под ульт. А, выбросить не получается. Оксин Кью. Была возможность куда-то под Т4 забросить Койкву. Не удалось, поплатился Оксин Кью. У него есть байбек, он выкупается. Внизу в это время бараки доламывают крипы. Микки поставил еще и вардик вместе с... Death Profit под своим вардиком. Комфортно ломают Т3 вышку. А Койква никуда не должен уходить. Здесь еще можно тавер побить. Блин, Alliance чуть чересчур как-то сейвово действует. Я понимаю, что ультимейт банши заканчиваются, но могли милишные забрать. Есть и Аегис у вас, есть все что угодно. Хотя Аркан Руна, да, можно подождать буквально 50 секунд и пойти заново. Но ладно, забирают тавера, забирают шрайны. Уже нет вообще ничего, забирают баунти. И тут опять фармят, преимущество у них только растет. Молодцы. Да, у них же всегда есть возможность шейкеру ворваться. Если инициируют на ту же Death Profit, всегда врывается шейкер и меняет ход драки. Весьма удобно. Мы еще не видели полной комбинации от команды Alliance. Вот, и в целом E-Home тоже полную комбинацию не показывает. У нас какие-то одинокие драки, 2 на 2. Потом там с одной стороны один подключился, с другой один подключился. Но вот полной комбинации мы не наблюдаем. Вот E-Home, судя по всему, сейчас попытка пойти полноценно подраться. Кого-то найти, сделать минус, немножко еще отсрочить снос вашей базы. Обидно только то, что ребята из Alliance уже на вашей базе. Вам приходится вместо смок-вылазки делать телепорт на базу. Смок-телепорт тоже удобно. Да, не заметят тебя. Ну и минус барак безнаказанно. И у Койку есть уже... Ага, у нас, ну, опрометчивый выкид. Значит, без байбека у нас Тини решил просто пойти. Опять они нападают на Джаггернаута с Аегисом. Микки, кстати, без маны. Микки бы хотелось ультимейт выдать, но маны банально нету. Микки, правда, там Аегис до сих пор должен быть. Death Profit с сыром. А это та самая коварная змея. Вот она. Кусает тебя там, где ты не ожидаешь. И ману забирает все-таки довольно успешно с этим талантом. Ну и почему бы нет, идем на топ. Нет? Ну, Микки вот, Микки жаждет. Он где-то из Ирпеня, наверное, Микки. Вот он чувствуется в нем. Характер. Наш. Характер такой. Да. Но все-таки зря. Можно было прожать крутилку, когда видишь, что уже... Ну там ты 3 секунды имеешь... Ага, вот напали на... Ну у него Аегис есть. На самом деле он сейчас сливает, Аегис поднимается, может выдаст ультимейт. Нужна поддержка. Шейкер с ультимейтом. Шейкер ищет позицию, прыгает, дает эхо слэм. Шейкер, Джаггернаут тоже разультился. Минус 2. Выкупается Медуза.
Фабиана зажали, не пускают его на базу. Неверен тоже отступает назад. Феррари возвращается в драку. Тайга контролит пока Фейдбьяна, его отбрасывают назад и уходит. Альянс уходит, заставили Медузу выкупиться. Нет ни секунды вот у Ихом, чтобы они что-то выиграли. Да, там убили как-то Оракла, потратив Реведж, там сбили Джаггернауту Эйгс. Что-то, какой-то просвет есть в конце туннеля, тут бах-бах, Джаггернаут убивает вас обоих и, в принципе... Ну, понимают уже здесь. Ладно, Ихом не та команда, которая будет сдаваться. Это плохой вообще... Ладно, тут палка двух концов. Ты можешь быстро сдаться, если это первая либо вторая игра, чтобы не тратить свое время и нервы. То есть, да, ну, не получилось что-то. Кто-то плохо сыграл, команда не подготовились, нас аутдрафнули. Может быть, кучу причин вашего поражения. Все, давайте забьем, пойдем в следующую. Да, да, отлично. В третьей же игре ты не должен сдаваться никогда. Сиди, жди, терпи. Ну, или же, если у тебя есть какие-то другие дела, более важные. Например, да что ты приехал на LAN тогда? Ну, возможно, в Китае нет Лайона. А не то, что возможно, точно. Но мы это исправим. И заряжаться быстрее приехали у нас Ехом. И, возможно, сейчас Джаггернаут позволит им осуществить эту зарядку. Да, он, кстати, заряжает неплохо. Да, нормально заряжает. Сейчас еще появится плюс один слотик у него. И Керасу, мы видим, делает у нас банша. И почти она у него готова. Уже запаковались, как только могли. Даже у Оракла появляются хорошие, уверенные слоты. Было бы, кстати, интересно посмотреть на этого Оракла. Оракл? Это другой. Оракл? Оракл пошел. Вот Оракл. Почти, да. Оракл взял дэмэдж, Оракл. Ладно, они все равно не понимают, о чем мы говорим. Они англоязычные, и они нас не слушают. Как-то увидим. Еще в целом, когда, да, когда 9000 нетворса, какие-то артефакты появляются. Юл, по-моему, был у Оракла. Нет, у него линза должна быть. Да. Вот все, это линза самое форстав. Важное. Все, он свою миссию выполнил. Он должен стоять на рендже и кидать, собственно, второй и ультимативный спелл в баншу, либо Джаггернаута. Все, ты победил. Ну, Инсения здесь молодец. Инсения здесь красавчик, он отыграл великолепно. И уже подлетает у нас Абиссал. Сейчас можно заюзать где-то за 5 секунд до подхода к баракам дабл дэмэдж. И ворваться. Главное вот, когда идешь на характере, главное, чтобы характер тебя не погубил, чтобы не прыгнул в тебя Тайдхантер и не сбрили тебя моментально. Но для этого тебе создан, для тебя создан инсейний, который тебя подсейвит. Тут просто можно на подходе к хайграунду включить крутилку. Глифа нет, как обычно. Вообще, на самом деле, сейчас Медузу без ультимейта без байбека можно забрать легко и... За счет Эбисала и ультимативной Джаггернаута это несложно будет сделать. Реведж неплохой, всех зафиксировали, но живет Джаггернаут. Джаггернаут уже готовится выдать свой ультимейт. Ищет позицию. Очень много крипов, много всяких персонажей. Медуза наорала на всех. Ну и все, Медуза остается в окружении соперника. Микки крутится. Микки не использует ультимативную. Просто даже не использовал ультимативную только сейчас, чтобы набить себе трипл килл. И чтобы все его друзья увидели, что он в каком-то там закрытом лобби. Сделал тройное убийство. Поздравляем команду Alliance. Они хороши, безусловно. Очень планомерная победа. Без вот этих прыжков в омут с головой. Спокойно, размеренно. Сегодня сыграли 6 из возможных 6 карт. Но своего добились. Своего добились, выходят в... все, слушай, они же в плей-офф выходят. Да, с верхней, с максимального сида. То есть получат они какую-то команду. Возможно, это будут... Непы, если какие-то произойдут у нас. А вот эти слабенькие. Интересно будет посмотреть на противостояние, которое у нас такое. Ну, как бы номинально шведского дерби, а как оно там сейчас происходит уже, никто не знает. Поздравляем Alliance, большие молодцы, видим, жмут руки и пол. Красава. Сложные у них были игры. Из... Винстрайк сегодня была одна из таких напряженнейших. И здесь заставили попотеть. И пока они чересчур сейвово играют. Нельзя их за это как-то наказывать или обижать. Вот. Но в целом нужно быть немного агрессивнее. Не в мидгейме, не так, как вы это делаете, но вот когда вы при заходе на хайграунде, потом уже Микки показал характер и пошел в атаку. И пошел резать, рубить. И колотить-молотить. Ну да, как-то скромничают, действительно. И проблема винстрайков, и аналитики, да и ты тоже об этом говорил.
проблемы в матче с Винстрайками, в третьем, были в том, что слишком перескромничали и игру могли закончить не на 60-й минуте, а минуте на 20-й, 21-й. Там они как раз наоборот не перескромничали, а вывалили, как Артур сегодня. Ну или наоборот, да-да-да. И получили до Радианса. Получили, действительно. Но в целом Альянс пока смотрится серьезно, группа А за этим коллективом. У нас остается команда Винстрайк, команда Ехоум и команда... Ехоум, собственно, ожидает уже соперника своего, это будет Винстрайк против перуанского коллектива, который тоже нас немного удивили, но все эти баталии мы сможем уже завтра наблюдать. В целом поздравляем Альянс. Поздравляем Альянс. Ну что, Александр, спасибо большое за эфир. Спасибо. Спасибо, Иван, Дмитрий. Приятно было. Спасибо и вам, зритель. Да. Вот. Спасибо большое, что смотрели нас. Спасибо большое всем, кто захаживал в Киев Киберспорт-арену. Приходите и завтра. И, конечно же, пятница, суббота, воскресенье. Как раз интересные розыгрыши. Все самое интересное начнется именно тогда. Мы же с вами на сегодня прощаемся. И услышимся завтра в то же время, также в 12 по Киеву на этом же канале. И посмотрим за группой Б, и посмотрим за разборками в нижней сетке группы А. Оставайтесь с нами и услышимся. За дикі емоції розпочато! Заряджайся швидше з Lion! Вболюй момент! Nestle. Якість продуктів, якість життя. Sports, we are still at the beginning, and giving context to data was super complex. Technology and stats and insights can really help doing that.